М6 Студио и Метод Анимасьон представляют. Привет, я Николя. Авторы сценария Рене Гассини и Жан-Жак Сэмпе. Я почему-то и на урок. Я с друзьями бегу опять. Хочешь с нами? Продюсеры Натали Альтман, Атон Сумаш, Алексей Сванар, Лилиан Эш, Тапас Шакраварти. Парниками, ведь я Николя. Обычный мальчик, я не люблю. Решать. Композитор задачи, Александр Азария. Николя. Режиссер Арно Бурон. Привет, я Николя. Детские игры. Ну, Мушабьер, ты к нам надолго? Только на сегодня. Мое обучение в ВУЗе завершается днем практики в школе. Отлично. Нет ничего лучше практики. Опыт незаменим при общении с этими озорниками. Давай же, Фруа! Ну же, Николя! Да! Кажется, они отлично проводят время. Это ненадолго. Мошенник! Неправда, врешь! Что я говорил? Слушай, разберись, отдай, что там происходит. Тебе это полезно. Это подарок. Я по нему попал. Он мой. Дай, давай, давай, вперед. Ну-ну-ну, из-за чего ваша ссора началась? Они не ссорятся, а играют. Ребята, это все из-за игры. Помиритесь, и мы все об этом забудем. Я не мирюсь с жуликами. Ну-ка, повтори, врунишка. И повторю, ты жулик. Ты врешь. Ну-ка, прекратите, дети. Давай же, Фруа, не давай ему спуску. Ну же, Николя, покажи ему. Отличная все-таки игра. Что за шум? Смотрите мне прямо в глаза. Немедленно успокойтесь. Я говорил им, но они не слушают. Ты слишком с ними мягок, Мушабьер. Поэтому они тебя и не слушают. Отдайте мне камни, положу их в мой шкаф к вашему мечу. Вот, никаких камней, никаких ссор. Это твоя вина, Николя. Нет, твоя. Ты устроил цирк. Почему у вас все всегда заканчивается ссорой? Когда я был в вашем возрасте, мы не ссорились. Вы что, никогда не играли? Мы с друзьями играли в салочки. Весело, и до ссор никогда не доходило. Слушайте, вот как нужно играть. Делитесь на две команды, и каждый игрок должен коснуться противника, в то время как его преследует другой, который должен коснуться его. Просто, верно? Нет, я ни слова не понял. Я тоже. Но это так просто. Например, Жифруа, ты догоняешь Николя. Почему бы ему за мной не побегать? Потому что я быстрее бегаю, вот почему. Но ты сам напросился. Ага. Эй, ты! Оставь Николя в покое! Двое против одного, нечестно! Они поняли правила. Все построились! Большая перемена закончилась! Иногда с ними невозможно управиться. Поверь, даже моего опыта едва хватает, чтобы их усмирить. Теперь, мальчики, посчитаем с вами в уме. Берите доски и пишите ответ. Я глупый, Николя. Мадам, он мешает мне работать. Итак, следующий, кто заговорит, будет писать 100 строк.
Вот, брось в него, он же в тебя бросил. Эй, Жифруа, напишешь мне 100 раз? Я должен слушать то, что говорит учительница. Это был Жифруа, мадам. Он первый начал, мадам. Хватит с меня. В угол. Оба. Нет, я не хочу стоять с ним в углу. Я тоже. Раз так объяснять свое поведение, вы будете мсье Дюбону. Если бы ты хорошо целился, этого бы не случилось. Будто ты жалеешь, что я промахнулся. Ну, молодцы. В субботу вы оба обязательно будете наказаны. Возможно, стоит дать им последний шанс, если они пообещают не ссориться. Да, месье, дайте нам шанс, мы обещаем. Месье Мушабьер, слишком добр к вам. Будем считать, что это и твой последний шанс. Это последнее предупреждение. Ну, вас исключили на день. Mm-mm. Значит, вы наказаны. Mm-mm. Вашим родителям написали записку? Сказали же, нам ничего не было. Ну, так хулиганить совсем не интересно. Хоть мы сейчас и не ссоримся, друзьями мы от этого не стали. Я тоже так считаю. Разумеется. Что будем делать? Уверен, что на следующей перемене эти мальчишки обязательно поссорятся. Открыв бутылку, запятая, он отпил из нее. Точка. Открыв бутылку, алло, месье Дюбон, есть минутка? У меня проблема, не могу открыть ящик. Сейчас, месье директор. Итак, Мушабьер, начинай большую перемену без меня. Ну, во что будем играть? Можно поиграть в корриду. Это здорово. Да, конечно. Я главный Тореадор. Почему ты? Потому что идея была моя, а твое мнение мне безразлично. Эй, ребята, Мушабьер за нами смотрит. Вытянем соломинки. Самая длинная — главный Тореадор, а короткая — бык. Главный Тореадор! А Жофруа — бык. Ты жульничал, Николя, ты специально! Ни слова правды! Обманщик, клоун! Ну-ка, повтори еще раз свои слова! Ты не можешь драться, ты бык! Можешь только бодаться! Вы прекратите кричать! Мушабьер, они опять поссорились, верно? Нет-нет, вовсе нет, они играют. Может быть, вы помиритесь? Что опять случилось? Это все он, мсье, не хочет быть быком. Это он должен быть быком, он жульничает. О, если проблема в этом, я побуду быком. А? Вышел отличный бык. Да, потрясающий. А все из-за нашей ссоры.
за детьми. Возмутительно! Простите, господин директор, виноват. Что-то мне подсказывает, вряд ли он будет здесь воспитателем. Так нечестно. Он такой милый, я бы всегда его слушался. Обидно. Это точно. Вот, раз вы хорошо себя ведете, возвращаю вам ваши вещи. Я ведь тоже милый. Спасибо, спасибо. Альсес, ты вратарь. О, нет, у меня нет на пальцах джема, чтобы к ним прилип мяч. Поэтому я не смогу стоять на воротах. Давай, бери. Оставь себе. Завтра я опять его верну. Месье, не хотите с нами? Муж Абьер бы согласился. Ну, да, конечно. Ура! Да, вот и видите, я отличный игрок. Смотрите, вот это будет удар. Это недопустимо, месье Мушабьер. Берите пример с месье Дюбана. Он никогда не изображает быка. Простите, я не специально, месье директор. Вот бы мсье Мушабьера назначили нашим воспитателем. Возможно, он бы и директора научил играть в наши игры. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал» «Всемирная сеть».